Всем привет, с вами снова Кейнс, и это Draw Challenge. Наша задача нарисовать такую понявку. Давайте начнем. Выберем цвет бежевый. Естественно, я думаю, такой нормально. Ну, у меня какой-то вот такой, да. Так, берем, рисуем, начинаем с ножек. Так. Что это такое? Я не знаю, ребята. Получится ли у меня красиво? Ну, цель не нарисовать его красивым, а нарисовать его... Так. О май гад. Что я рисую? Какого-то... Покемон рисую. Это покемон. Похоже же, да? Ну что, нет? Похоже. Смотрите, прям в точь-в-точь. Видите? Прям вообще. Теперь... Вот так вот здесь рисуем. Вот так вот. И вот здесь вот. Смотрите, как похоже. Очень же похоже. Да, я уверен. Все так рисуют, да? Я уверен. Вот так вот. И вот так вот. Смотрите, это просто творение. Это просто шедевр. Сейчас, надо белое пятнышко закрыть. Сейчас, это просто шедевр. Ладно, хотите, чтобы я нарисовал лучше? Сейчас. Все. Прям в точь-в-точь, ребята. Ладно, я пойду искать новую картинку. Так, ребята, мы продолжаем. Я выбрал танк, да. Мы его пересилим, мы же сильные. Что ж, берем где коричневый? Коричневый. Вот это, я думаю, такое подойдет. Так, и что такое? Почему? Все нормально. Так. Трасса моя. Так. Ребята, я рисую без планшета, так что я рисую мышкой. И я рисую. Я не учился ни в какой художественной школе, поэтому не надо говорить его. Фу, кто же не может нарисовать этот танк? Или... Я просто делаю это видео для смеха. Ну, может кто-то не посмеется, но... Блин. Просто посмотрите, ну это, посмотрите, вы понимаете, да. Приглядитесь к этому. И тут колесико. Колесико. Гей. Ладно, давайте берем нашу кисточку. Берем вот так вот на беленький. И просто берем огроменный это. Ладно, надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте большие пальцы вверх. Вот вверх, да. Вниз, вообще, забудьте про это, забудьте. Да, и подписывайтесь на канал. Ладно, всем спасибо за просмотр, всем пока.